Здравствуйте! В эфире «Афиша» – рубрика, которая поможет сделать ваши выходные интересными. Куда отправиться и что посмотреть, узнаете в ближайшие минуты. 7 ноября на сцене Самарского театра драмы постановка заслуженного деятеля искусства России Вячеслава Гвоздкова, спектакль о мышах и людях. Трагическая история о двух работягах во времена Великой депрессии живет уже почти 80 лет. В далеком 37-м Джон Стейнбек написал повесть, основываясь на личном опыте. Потом многие режиссеры давали свою интерпретацию этой истории. В 2013-м этот спектакль появился в репертуаре Самарского театра имени Горького. О мышах и людях. 7 ноября, начало 18:00. Актеры театра оперы и балета приглашают вас 7 ноября к себе в гости. На сцене комическая опера для малой сцены современного композитора Сергея Кортеса, написанная по пьесе Антона Павловича Чехова «Медведь». Музыкальное воплощение этой по-доброму насмешливой и забавной истории, где не старый еще помещик Смирнов является к молодой вдове Поповой, чтобы востребовать долг ее покойного мужа, принесет публике настоящее наслаждение. Не пропустите оперу «Медведь» 7 ноября в театре оперы и балета. Стас Михайлов уже давно является одним из самых популярных певцов, в особенности у женской половины аудитории. Он умеет задеть струны души. Многие переслушивают записи песен и с нетерпением ждут новых концертов. 8 ноября телеканал «Самара ГИС» будет радовать всех любителей творчества Стаса Михайлова. В 19:00 не пропустите концертную программу «Между небом и землей». Знали ли вы, что фильм «Покровские ворота» мог бы вообще не появиться, и вы бы его не увидели на телеканале «Самара ГИС»? Дело в том, что режиссер Михаил Казаков неоднократно отказывался от роли Дзержинского в фильме «Государственная граница», куда его утверждали без кинопроб. Руководство Госкино поставило Казакова перед выбором: либо он соглашается на роль Дзержинского, либо ему не позволят снимать «Покровские ворота». Казаков согласился и получил за это 3 премии – государственную и 2 премии КГБ. Судьба все расставила на свои места. Не пропустите фильм «Покровские ворота» 7 ноября в 20:30 и 8 в 20:45 на телеканале «Самара ГИС». В субботу на телеканале «Самара ГИС» не пропустите прямую трансляцию парада памяти самой большой площади Европы – Самарской площади Куйбышева. 7 ноября, начало эфира в 12 часов. На сегодня все. Говорю вам до свидания и, как всегда, желаю хороших выходных.